Здравствуйте, дорогие друзья! Я безумно рада нашей новой встрече с вами. Сегодня по просьбам трудящихся мы с вами разбираем разницу между глаголами venir и arriver. Иногда эти слова могут переводиться одинаково словом приходить, прибывать, приезжать. Но, несмотря на это, они не являются абсолютными синонимами. И где эта тонкая грань между ними? В чем разница? Сейчас мы будем с вами это выяснять. Приглашаю вас на новый урок. Поехали! Для начала давайте разберемся со случаями, когда значение глаголов venir и arriver не имеет ничего общего со словами приходить, приезжать. Что это за случаи такие? Давайте начнем с глагола venir. Итак, глагол venir не переводится приезжать, приходить, а вернее не переводится вообще никак, когда он является вспомогательным глаголом для образования недавнего прошедшего времени, или по-французски passé récent, или passé immédiat, еще называется. То есть это действие, которое вот только-только что закончилось. Например, je viens d'appeler ma mère, да, я только что позвонила моей маме. Для образования этой конструкции мы глагол venir ставим в настоящее время для определенного лица, да, не забываем после него добавлять предлог de и потом инфинитив смыслового глагола, да, je viens de, апостроф, appeler, d'appeler ma mère, я только что позвонила моей маме. Или je viens d'acheter une robe, я только что купила платье. Или il vient de réserver une table, он только что зарезервировал столик. Видите, здесь глагол venir не переводится вообще никак, он служит только для образования вот этой конструкции, этого времени. С этим ясно, да? Теперь давайте перейдем к глаголу arriver. Глагол arriver может переводиться как случаться, происходить, но он переводится так, когда используется в такой вот безличной конструкции. Ça arrive, например, ça arrive, так бывает, такое случается. Или, например, да, вот можно услышать в такой фразе c'est pas grave, ça arrive. Ничего страшного, бывает, случается, да. Или, например, можно более детально указать, с кем что случается, да. Например, можно сказать ça m'arrive de rater un bus. Ça m'arrive de rater un bus. То есть со мной такое случается, что я пропускаю, опаздываю на автобус, да. Ça m'arrive de rater un bus. То есть мы видим уже «ça m'arrive», «m'arrive», «мне», «со мной случается», да? И не забываем тоже после этой конструкции «ça arrive» употреблять предлог «de» и инфинитив тоже глагола, о действии которого вы хотите рассказать. «Ça m'arrive de ne pas dormir la nuit», par exemple, да? То есть «ça m'arrive de ne pas dormir la nuit». То есть у меня такое случается, со мной такое бывает, что я не сплю ночами, да, не сплю, не могу заснуть по ночам. И еще тут сразу вам напомню, что когда вы отрицаете инфинитив, да, dormir, видите, обе отрицательные частички ne и pas ставятся перед глаголом. Не ne перед глаголом, pas после глагола, как мы делаем это в обычных предложениях, да, в отрицательных. А если инфинитив мы отрицаем, не забудьте поставить обе частички перед инфинитивом. Ça m'arrive de ne pas dormir la nuit. Еще, например, эта конструкция ça arrive, да, она может употребляться в разных других временах, не только в настоящем. Например, вы можете такой услышать вопрос: ça vous est déjà arrivé de rater un avion, да? Ça vous est déjà arrivé de rater votre avion? То есть у вас уже было такое, что вы опоздали на самолет, да? Ça vous est déjà arrivé, passé composé, прошедшее, законченное время. Глагол arrivé, не забывайте, спрягается с глаголом être. И в ответ на этот вопрос вы можете сказать «Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois», да? Со мной уже такое случалось много раз. «Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois». Или «Non, ça ne m'est jamais arrivé». «Non, ça ne m'est jamais arrivé». Опять небольшая напоминалочка, un petit rappel. Когда у нас есть в предложении, в отрицательном предложении, отрицательное наречие, да, такое как jamais, никогда, мы частичку pa уже не ставим. И в данном случае эта отрицательная частичка jamais будет становиться на место частички pa. То есть как бы ее выталкивать из предложения и занимать ее место. Ça ne m'est jamais arrivé. Нет, такого со мной никогда не случалось. Также эту конструкцию можно употребить и в будущем времени, да.
t'inquiète, tôt ou tard, ça arrivera. Да? Не переживай, рано или поздно это случится. Все будет хорошо, ça arrivera. T'inquiète, это более такая разговорная, более сокращенная, да, версия выражения t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Да? Ne t'inquiète pas, это более литературная такая полная красивая фраза, но в разговорной речи французы говорят t'inquiète. T'inquiète, tôt ou tard, ça arrivera. Не переживай, рано или поздно это случится. Вот, это что касается глаголов venir и arriver, когда они не переводятся как приезжать, приходить. Теперь переходим к тому случаю, когда как раз оба они переводятся именно как приезжать, приходить. Итак, где же проходит эта тонкая грань, которая разделяет смысловые значения глаголов venir и arriver? Да, все верно, в словаре оба они переводятся как приезжать, приходить, прибывать. Некоторые учебники дают объяснение, что глагол arriver это именно прибывать, то есть используется больше с транспортом, чем с людьми. Но, к сожалению, это не так, это неверно. Глагол arriver очень часто используется с людьми в том числе. Буду сейчас делиться с вами своими наблюдениями. Значит, с моей точки зрения, с высоты моего, скажем так, опыта и наблюдения, я вам хочу сказать следующее. Глагол venir для меня, он выражает новое действие, которое еще не началось, но будет скоро начинаться, будет происходить в будущем, да? А глагол arriver для меня это, как, знаете, как финальная стадия, завершающая стадия движения. То есть уже происходил у нас какой-то процесс, и глагол arriver является его финальной точкой, финишем. Например, такое предложение. Если я говорю «je viens demain», значит, что я приду завтра, да, вот еще в настоящем времени, даже когда глагол venir используется, он может переводиться как в будущем времени, я приду завтра, да, или je viens dans trois heures, да, например, я приду через 3 часа. Видите, да, имеет немножко здесь смысл будущего времени. То есть я вот сейчас сижу, как бы никуда еще не планирую идти, а вот сказала, что я приду в 3 часа, ну, значит, я выйду в 2 часа, и в 3, например, я уже приду. То есть на данный момент речи, я еще не нахожусь в этом процессе движения. А если я говорю «j'arrive dans 15 minutes» или «j'arrive à 15 heures», например, это значит, что я уже иду, я уже нахожусь в процессе движения. И вот через 15 минут или в 15 часов, да, мое движение завершится глаголом arriver. J'arrive dans 15 minutes, то есть я уже иду. Еще может быть такая ситуация, например, у вас спрашивают, tu viens à mon anniversaire? Да, ты идешь ко мне на день рождения, ты придешь, имеется в виду, ко мне на день рождения. И вы можете сказать «Oui, je viens», да, я приду. Или если вы уже бежите на этот день рождения, если вы уже в пути, то вы скажете «Oui, oui, j'arrive», да, я уже вот бегу, я уже в пути, я подбегаю уже фактически, поняли? То есть вот такой вот небольшой нюанс, такой небольшой оттенок. И, собственно говоря, поэтому глагол arriver и приписывают как бы к транспорту, да, и переводят его как прибывать, потому что, когда мы говорим, допустим, поезд приезжает в 15 часов, да, le train arrive à 15 heures, это значит, что поезд, он уже в пути, он уже давненько в пути, и прибывает вот в данный пункт назначения в 15:00. Поняли? То есть это процесс движения, который завершается в точке финиша. Не зря, кстати, говорят, финишная линия – это «la ligne d'arrivée», «la ligne d'arrivée» или «l'heure d'arrivée», да, время прибытия. Ну и последний мой аргумент в пользу того, что глагол arriver как бы знаменует, обозначает финиш какого-либо действия, да, это его следующее значение. Это такой пример, как, например, у меня получилось или у меня не получается что-то сделать, да. Enfin, j'y suis arrivée, да, наконец-то у меня получилось. То есть, это, опять же, вы что-то делали, вы старались, вы трудились, вы были в процессе какого-то действия, и вот результат, вы смогли, у вас получилось это сделать, да. Или, если даже je n'y arrive pas, да, je n'y arrive pas, у меня не получается, это хоть как бы результат со знаком минус, отрицательный, но, тем не менее, это тоже результат вашего вот этого вот труда,
вашей работы, ваших стараний. Вот, то есть вот такое простое объяснение. Если вы уже в процессе, значит, вы скорее скажете «j'arrive», «j'arrive demain». Даже если вы едете в автобусе, ну, там, 3-3 суток добираться, например, в какую-то страну на автобусе, да, вы можете сказать «j'arrive demain», да, то есть «я приеду завтра, но я уже в пути». А если «je viens demain», значит, «я еще не собиралась даже выезжать, я выйду и быстренько завтра доберусь, я не нахожусь на момент речи в процессе движения». Вот такое мое объяснение, я надеюсь, вам оно понятно, доступно, и надеюсь, что вы со мной согласны. Если вдруг не согласны, или если найдете опровержение моим словам, пожалуйста, пишите в комментариях, буду рада их читать. А я вам что могу пожелать? Могу пожелать удачи, успехов в изучении французского языка, и жду нашей новой встречи на моих новых уроках. A plus, bonne journée, à la prochaine!